Рекомендую всем новый сайт с видеоигры в онлайн-казино ludovodka.com. Здесь вы найдете видеоигроков с комментариями последних. Администрация сайта постоянно проводит конкурсы, так что заходите, регистрируйтесь и получайте деньги на игру или на жизнь. Ссылка в описании. Гроб Топ представляет 10 самых богатых детей в мире. Что большинство из нас может рассказать о своем детстве? Желание накопить на что-либо ценное, экономия на школьных обедах. Да, многих родителей не балуют особыми изысками, но детям, о которых пойдет речь далее, была уготована судьба родиться уже купаясь в деньгах. Это самые богатые дети в мире. Приготовьтесь увидеть это и немножечко позавидовать. Номер 10. Сури Круз. Это была просто обычная поездка в парк развлечений Диснейленд Сури Круз в 2005 году. На несколько часов парк был полностью закрыт для посещения. Вероятно, это не особо удивило 9-летнюю Сури, поскольку, по слухам, ее гардероб оценивается в 3 миллиона долларов, а ее домик для игр стоит 24 миллиона. В нем есть все, что присутствует и у обычного дома – водоснабжение, электричество и обширное озеленение. Фотографы часто фиксируют чертовскую разбалованность Сури. Учитывая состояние Тома Круза в полмиллиарда долларов, остается не так много шансов на то, что Сури не будет разбалованной. Номер 9. Шейх Мохаммед бин Рашид. Коронованный принц Дубая и сын премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов наслаждается своим богатством. Для поездок он может выбрать инкрустированный бриллиантами Mercedes-Benz, который стоит 5 миллионов долларов. Или же может воспользоваться своей самой большой яхтой в мире, которая стоит 300 миллионов долларов. Несмотря на свой юный возраст, принц активно участвует в управлении страной. Номер 8. Валентина Паломо Пино. 8-летняя дочка Сальмы Хайек и Франсуа Анри Пино уже успела сполна прикоснуться к жизни знаменитости. В 5-летнем возрасте она уже посещала художественные выставки в Италии, отдыхала на элитных курортах мира и даже показывала язык папарацци. Трастовый фонд на ее имя в размере 12 миллионов долларов кажется мелким по сравнению с ее наследством от мамы в размере 85 миллионов долларов. Номер 7. Петра и Тамара Эклстоун. Петра и Тамара Эклстоун, дочери босса Формулы-1 Берни Эклстоуна, купаются в роскоши, которой владеет их знаменитый отец. Они тратят много денежных средств на покупки, начиная от эксклюзивных сумок и заканчивая объектами недвижимости. 12 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на свадьбу Петры, а 45 миллионов на дом семьи Тамары. Несмотря на недовольство отца, они продолжают иметь полный доступ к его состоянию в 5 миллиардов долларов. Номер 6. Эми и Макс Энтони. Близнецы Марка Энтони и Дженнифер Лопес родились сразу в роскоши в окружении своих родителей-суперзвезд. В то время как Джей Ло и Марк дарят им бесконечное количество дорогих подарков, их крестный папа Том Круз подарил им 200 тысяч долларов. Все это завершается дизайнерской одеждой и погремушками, усыпанными бриллиантами. Номер 5. Индия Роуз и Фаун Джеймс. Эти сестры наслаждаются роскошной жизнью как наследницы порно-империи в размере 500 миллионов фунтов стерлингов. Молодые девушки, которые богаче самой королевы, являются внучками покойного Пола Реймонда. Он владел первым эксклюзивным клубом стриптиза, а также был создателем нескольких известных порно-журналов в Англии. Сестры Джеймс получили 80% всего состояния после того, как их мама умерла от передозировки наркотиками. Номер 4. Хаджи Абдул-Азим. Молодой принц Брунея является третьим претендентом на трон правителя этой страны, но уже сейчас он является самым узнаваемым членом королевской семьи и часто засвечивается на снимках папарацци. На свой день рождения в 2012 году он пригласил голливудских звезд Памелу Андерсон и Мараю Керри, чтобы погулять на полную катушку в отеле Дорчестер в Лондоне. Хаджи закрепил за собой репутацию плейбоя еще в 2009 году после своей самой пышной вечеринки года. Он не забывает дарить подарки своим знаменитым звездным друзьям, а своей давней подруге Марайе Керри он подарил ювелирные украшения на сумму в 6 миллионов долларов.
Номер 3. Питер и Хэри Брандт. Все стереотипы о разбалованных, необделенных удачей детях можно сполна применить к братьям Брандт, которые являются сыновьями медиамагната Питера Брандта. Этим братьям едва исполнилось по 18 лет, а они уже наслаждаются богатой жизнью или в своих имениях на Манхэттене, или на огромном ранчо их отца в Коннектикуте. Светское общество знает их за их дорогой и пафосный имидж. Однажды они приехали на бал на позолоченном Роллс-Ройсе в сопровождении детеныша панды, на котором было ожерелье с бриллиантами. Номер 2. Вороют Ювадая. Богачи не могут быть выше закона, но иногда складывается ощущение, что так оно и есть. Молодой вороют Ювадая является наследником 5,5 миллиардов долларов своего деда, основателя компании Red Bull. В 2012 году он на своем Феррари стоимостью в 1 миллион долларов сбил насмерть полицейского. Чтобы замять дело и не доводить его до суда, его дед заплатил семье погибшего офицера 100 тысяч долларов. Номер 1. Blue Ivy Carter. Каждый год в январе вечеринка в честь ее дня рождения становится главным объектом для СМИ и для важных звездных друзей этого ребенка. Джей-Зи и Бейонс потратили более 200 тысяч долларов на ее первый день рождения, а на ее двухлетие арендовали целый ботанический парк в Майами. Джей-Зи и Бейонс, общее состояние которых оценивается в 1 миллиард долларов, не сильно беспокоятся о затратах для своей дочки, купив ей куклу Барби за 80 тысяч долларов, инкрустированную бриллиантами. А на сегодня все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.